Греческие города утопают в мусоре. Местные сотрудники муниципальных служб объявили забастовку и не выходят на работу уже более 10 дней. Они требуют от властей обеспечить постоянным трудоустройством рабочих, которые имеют долгосрочные контракты. Правительство отвергает это предложение, называя его неконституционным. Тем временем ситуацию в городах, в том числе и столице, Афинах, усугубляет аномальная жара. Жители и туристы жалуются на жуткий запах разлагающихся отходов. Путешественники спешат как можно скорее уехать. К тому же, по прогнозам синоптиков, на днях будет еще жарче, более 40 градусов Цельсия. А возвращаться к работе дворники, похоже, не торопятся. Улицы такие грязные, везде мусор, поэтому неприятно гулять. Но работников коммунальных служб тоже можно понять. Ситуация сложилась просто ужасная. Надо решать проблему, а то скоро по улицам начнут бегать крысы.